Ричард, к сожалению, не смог вас дождаться. На фабрике возникли непредвиденные проблемы, не терпящие отлагательства. Наверняка вы приехали поздним вечером или ночью, поэтому я оставил вам ключ от гостевого крыла. Можете остаться тут на пару дней до прибытия следующего поезда. Трагедия в театре. В эту субботу в театре имени Уильяма произошла настоящая трагедия. Всемирно известный маг и иллюзионист Уильям Торндайк погиб при исполнении своего нового трюка. Номера Уильяма очень часто ставились на грани жизни и смерти, но в этот раз удача была не на его стороне. Thank you.
Ричард, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Жаль, мы так и не смогли попрощаться. Ты был отличным другом, и в честь нашей дружбы позволь сделать тебе скромный подарок. Этот амулет приносил мне удачу. Надеюсь, и тебя... Снова пьян? Да, прости. Ты обещал закончить портрет Эвелин еще 6 дней назад. Да, я практически завершил ее. Ты говорил мне это на прошлой неделе. Ее лицо. Что с ним не так? Я не могу его вспомнить. Прошло уже 5 лет, как она умерла. Тебе стоит постараться. Если портрет не будет закончен через 3 дня, не получишь от меня ни пенса. Хорошо, хорошо, я успею, только... У меня один вопрос, Уильям. Почему ты захотел изобразить Эвелин в таком виде? Я плачу тебе не за вопросы, Эдвард. Скоро ты сам все узнаешь.
Вчера за обедом снова разразился скандал. Моя несносная сестренка Этель поставила цветы на обеденный стол. Эта легкомысленная дурнушка прекрасно знает, что у меня аллергия на цветы, но все равно продолжает это делать. Ведь... Прошла вторая неделя, как я не могу найти вдохновение для своей новой картины. Я впал в депрессию, которую начал глушить вином. Сколько я сегодня выпил? 5. Thank you.
Этель, снова мучаешь отцовское пианино? Я готовлю подарок твоей дочурке. Она вот-вот родится, и я хочу быть для нее образцовой тетей. Так и будет, я не сомневаюсь. Вы уже придумали имя? Мы назовем ее Беттани, в честь нашей прабабушки. Уильям! Уильям! Эдвард? Что случилось? У меня плохие новости. Звонили из больницы. Эвелин... Не тяни, Эдвард! Она не перенесла роды. И ваша дочурка... Она тоже погибла. Нет.
Thank you.
чувствую свое тело. Господи, что со мной? Что со мной происходит? Выпустите! Выпустите меня! Эй! Эй, выпустите меня отсюда! Эй! Кто-нибудь! Помогите! Помогите мне! Я здесь уже целую вечность. Принесите воды. Хочу пить. Ответьте. Кто-нибудь, ответьте! Прошу тебя, доверься мне. Эта жертва просто необходима ради нашего общего дела. Я сделаю это очень быстро. Ты даже ничего не почувствуешь. Видеть мир таким, какой он есть. Полным жестокости, лжи и несправедливости. Я делаю одолжение тебе.
ты еще поблагодаришь меня за это. Успокойся, Эдвард. Уже ничего не изменишь. Этель, сестренка моя, ну зачем ты противилась мне? Все могло обойтись, Этель. Дай я вытру кровь. Сейчас все будет в порядке. Рана небольшая. Мозг практически не задет. Скоро мы все будем вместе. Как и прежде. Ты, Эдвард, Эвелин и моя дочурка Беттани. Скоро все наладится. Совсем скоро. Thank you.
Черт возьми! Где эта книга? Я точно помню, что она была где-то здесь. Эвелин, скоро мы будем вместе. Мой эликсир практически завершен. Осталось добыть пару ингредиентов. Брат с сестрой помогут мне в этом. Их не очень свежие, но молодые органы вполне сгодятся для этого. Ричард, как давно мы не виделись. Я знал, что ты придешь. Я верил в тебя. Обратного пути уже нет. Ты знаешь слишком много о нашей семье, и ты поможешь мне с моей задумкой. Мы же с тобой лучшие друзья, Ричард. Твоя дочурка тоже считает, что ты очень добрый и не откажешь в помощи дяде Вильяму. Как видишь... У тебя просто нет выбора, Ричард.